Всем привет! В канун Дня воздушно-десантных войск мы хотим вам показать мемориальный комплекс «Черный тюльпан», который находится в одном из парков города Новокузнецка между улицей Кирова и проспектом Бардина. Мемориальный комплекс посвящен воинам-новокузнечанам, погибшим в Афганистане и в других локальных войнах. Мемориальный комплекс представляет собой стелу высотой более 16 метров. В нижней части комплекса расположены ступени, которые ведут к конструкции из каменных глыб. Здесь расположены 4 пластины, на которых отлиты фамилии и имена воинов-новокузнечан, погибших в Афганистане, 2 плиты, в Чечне тоже 2 плиты. В верхней части монумента расположен черный тюльпан и венчает конструкцию крест с колоколом. На разных сторонах комплекса нанесены памятные надписи: «Родина, люби нас так, как мы любим тебя». Это с одной стороны. И с другой стороны: «С нами Бог, Россия и наше братство». Сквер, в котором расположен мемориальный комплекс, достаточно благоустроен. Красивые клумбы, достаточно много скамеек. С этой стороны 2 такие беседки красивые. А также вот такие замечательные клумбы. Много зелени. Насажены ели. Открыт был комплекс 2 августа 2007 года. Как раз в день воздушно-десантных войск России.